дорогие друзья, прямо сейчас происходит что-то очень странное, потому что над моей головой есть какие-то слова. Со мной вместе Мешкан, Джужун и Кирвел. Приветик. Здорово. Вот здесь вот сейчас тоже что-то появится. Короче, мы решили посоревноваться. Без денег, просто чисто интересный спор, решили его как бы заснять. Поэтому, друзья, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра. Мы решили выяснить, кто из нас быстрее печатает. Да. Все. Не буду спойлерить. Не, ну мы так уже примерно знаем, да, результаты. Вот. Как-то я помню, очень давно я на стриме пробовал, по-моему. Или даже у меня видео какое-то. Что-то, короче, такое было. Я уже давно ничего не печатал. У меня. Макс, ты помнишь, что какой главный нюанс? Ну, у меня между клавиатурой и мной здесь вот руль, который никогда не отсоединяю. Реально. То есть я вот так вот облокачиваю сейчас на руль и печатаю. Я уже привык просто. Ну чё? Я вообще не понимаю, как это, ну, как ты это делаешь, как в игры другие играешь, это, ну, с рулем. Нормально, нормально. Я привык. У меня просто уже спина вот так вот изогнута, и все нормально. Еще что, для общей информации сказать на всю аудиторию, вот на день рождения была подарена клавиатура, ему хорошая. Я еще не успел, еще не успел. Все впереди. Чего? Я люблю сначала. Тихо. Я сначала убиваю девайсы, а потом меняю. Понимаете? Вот мышка новая, офигенно. Ну, правда, уже колесико барахлит, ну ладно. Все, ребят, короче, давайте прямо сейчас в комментариях. Кстати, Челлендж. Давайте, ребят, честно, в комментариях напишите, какая у вас скорость. Вот я думаю, что можно найти там различные сайты, где можно проверить. Короче, я предлагаю Сань, только я попрошу что-то. Попрошу. Вообще, когда мы будем вот это делать, печатать, просто молчи. Не, пожалуйста. Я не говори. Вот, кстати, его еще проверим. Давайте сейчас вот сосредоточившись попробуем. Потом кто-то должен разговаривать, и мы посмотрим, насколько же мы... Да, все, поехали. Так, подожди. Стоп, подожди. Что-то хотел еще важное сказать. Я не знаю, честно... Кто из вас сколько? Ну, то есть мы примерно говорили цифры, я не помню. То есть я, например, не знаю, кто из вас там, ну, типа, быстрее, кто Макс или Кирилл, например, там, вот это все. Поэтому мы сейчас в прямом эфире все. Ярик нафиг не нужен, ну да. Ладно, хорошо. Так, подожди, все пишут вроде. Так, я вроде готов. Я готов. Так, сейчас все лишнее убираю. Ну, да, наверное. Так, все, мы не разговариваем? Нет. Я сейчас точно... Я сейчас точно мимо куда-то это самое. Готовы? Да. И поехали. Ой. Что происходит? А ты подпишешь, где какие экраны же, да? Да. Я очень медленно это делаю. Сейчас, подожди. Ой. Мне кажется, я последний. Ну все, проиграл. Макс, ну все. Так, подожди. Не, это очень медленно. Я слышу какой-то блядский щелчок. Это я, скорее всего, уже не понял. Ой! Саня, я не могу! А меня не отвлекает. Ну все, рестарт! Не-не-не-не, запечатываю уже. Сколько будет, сколько будет. Я очень хреново это делал. Ой, все. Сейчас. Ой. Не, у меня пипец. Все. 70. У кого сколько? 70. 48, блядь. 64. Я требую еще раз. Только молчи! 87, ну у меня что-то хреново. Вообще не горит хуёво. Да нет, у меня реально, я много ошибался. Сейчас у меня самый лучший вариант был, который сейчас, у меня 70, у меня больше не было. А, больше не было? Я просто честно не помнил ваши цифры. Так, а мы еще попробуем потом по-английски ради интереса. Подожди, давай. Ой, блядь. Так, давайте обновим. Еще разочек. Тоже, не пиздим, да? Да. Я пробую ускориться. Фух, у меня начинает. Я, короче, нервничаю, стесняюсь почему-то, потому что понял, что это видео. У меня очко потеет, блядь, от нервов. Ух ты. В смысле, очко, в смысле. Без подробностей. Нет, я имею в виду очки мои. Какой из у тебя их 5? Что? Все, готовы? 3, может быть. Готовы? Да. Поехали. Кто смеется? Саня. Кто стоит вопрос? Бля, я как будто нахуй сочинение пишу, где там класть. Как будто ОГС даю какой-то. У меня пальцы спотели. Надо жестко смотреть быстро это подсказки, нахуй, по галке. Че-то гугли, блядь. Ой, как много. Бля, блять, ё... Ой, пиздец. Ебать, подожди, вот это хуйня полная. Я проиграл. Я проиграл. Я проиграл, блядь. Я выиграл. Да ладно.
Последний, так, новый лицо. Тихо, никак, мне это уж лишнее. Бля, хуёво. У меня руки устали. Ну блин, ну уже получше. У меня такое говно, у меня получше, очень говно. Получше, у меня получше. Почти в два раза получше. Ой. 59, Ярик? 71. У меня наоборот, 95. 55. Как 95? У тебя чё, каждый палец по слову хуёв? У меня раньше было лучше, не знаю, сейчас немножко скатилось. Пиздец, ну хуярит, блядь. Всё, давайте последний раз, теперь пробуем пиздеть. Ну типа, прям вот... Саня, не хочешь одну руку печатать? Не, давай попробуем вот просто разговаривать. Давай. Давайте, готовы? Давай. Раз, давай. Два, три. Короче, я думаю, что много взять, так... Не, стоп. Вот я, например, расскажу историю. Я сейчас только смотрел футбол. Вот. Ну, как бы не особо выиграли, конечно. Ну, они, да, они играли со мной не очень хорошо, но я смотрел этот матч, да, увидел его. А сколько голов было? 1-1 сыграли, потом доп. Время. Нет, я, кстати, реально, я, ну, понимаю, я не могу, я вроде как бы, ну, понимаю. Вот у меня завтра премьера на Булкин Драйв, вот, видос выходит. Ага, я пойду. Какая-то машина? А, не скажу, а вдруг, да, я не знаю уже. А что, вы реально не можете? Я реально, ой, вот сейчас вот, ну, все, да. Ну, я, понимаешь, себя вроде думаю, но пока в глаз дойдет. Глаз? Какой глаз? Какой глаз, Ярик? Я сбиваюсь, я пишу то, что я вижу хорошо. Не, я не могу так. Я как бы это, знаете, я вот думаю снять на драйв еще влог какой-нибудь. Ага, про как ты печатаешь. Боулинг, давай. Где все? Ой, хреново. 47, ебать. 53. 54. Не, я вообще не могу. Так, конечно, 90, так сложно. Ага. Так, все, сейчас последний раз прям вот реально в тишине. Я не буду ржать, я хочу тоже рекорд, я хочу сотку побить. Давай, кто зажжет, готов. Готовы? Да. Раз, два, три. Первая ошибка. Не обязательно было озвучивать. Больше не говорит. Все, вторая. Не, очень пиздец хуёво, блять. Шутка, сбиваешься вообще пиздец. Да! То же самое, 90. 60, ну из-за того, что ошибка первая, вторая, зачем говорить? Просто тишина, тишина должна быть, тишина. Тихо, я куда? Короче, мы плюс, минус. Трём одинаково, плюс-минус. 60 у меня. У меня 58, Кирилл 56. У меня 56. А вы правой рукой сколько пальцев? А Саня, что, 150? Саня, сколько? Тихо. Я печатаю сейчас. Он еще пишет. В смысле, не понял. Правой рукой сколько пальцев вы используете? Я не знаю, об этом не думаю. Я все использую, но... Я думаю о том, что почему-то нажать Enter, а не убил. Понимаете, я левой рукой все пальцы использую, а правой только один. Что, подожди, что еще раз? Что? Типа левой рукой я всеми пальцами печатаю, а правой только средним. Среднем? Не, я об этом не думаю. Давайте английский. Давай английский. Где? Тут сверху English. А где English? Я не вижу English. Справа, слева. А, вот, вижу. Готово? Раскладку переключите. Нет, я не вижу. Да, раскладку и потом обновите еще. Потому что он заново пойдет. Готовы? Да. Фух, ну, мне кажется, позор жестко сейчас будет. Готовы? Давай. Раз, два, три. Ой. Ой. Блять. Ну, Мишкан должен быть первым, потому что он же... Блять. Ебать. А чё я пишу-то вообще? Бесова, нахуй. На китайском начал чел писать просто. Не, ну это пиздец. Ебать. Ой. Чё-то стыдно. Ну да. Да ёбаю. Блять. Да, пиздец. Полный пиздец. Пиздец, блять, я вообще не попадаю. Говно. Пиздец. Сколько? Говно. 35. 34. 57. Угу. Давайте еще раз, какая-то разминка была. У него почти 30 лет на тренировке было. Че? Чувак, у тебя намного больше лет было, чтобы тренировать. Давайте еще разок.
Давай, готовы? Давай. Давай. Раз, два, три. О. А что тут заметили уже не до шуток, да, типа? Нет, это пиздец. А почему? Подожди, сколько? Ладно, потом. А у вас много ошибок? Нет, да. Тихо, заткнись, пожалуйста. Я если... Ой. Я устал. Ну как сложно, да. О, не, пиздец. Ой, блин. О, получше. А я выхожу, получше, 52. 31. 41. 36. О, близко, близко. Фух, блядь, ну это пиздец. Это пиздец. Не, это а у вас... прям... Я вот сейчас только начал что-то ошибаться, я как-то это самое, блядь, такое. Не, так, близко что-то очень сложно. Предлагаю... Давай на китайском. Да. Не, давайте предлагаю ради эксперимента, короче, еще раз английский и по-русски все и это. Ну так, чисто. Давай. Так, все, значит, английский еще раз, да? Не хочется 60 пробить. Готовы? Поехали. Да. Вы тоже заранее целитесь, да? Да. Блядь. Эй, бай, слово сложно. Как вы писать, блядь? Здесь? Нет. Тихо. Блядь, Индиан, она была с большим буквом, кстати. Тихо. Реально отвлекает. Я так и не понял. Ой, пиздец, нет, я не могу вообще. Я запутался полностью. Я тоже, блядь. Бля, 56. Ебать, они! О, получше, получше. 32. 43, нахуй. 23? Бля, подожди, Вишкан, объясни, ты же, блядь, в Ирландии живешь. Как ты, я не как печатаю ты много по-английски. Как я ты печатаешь? Я с телефона пальцами тыкаю не по буквам. По картинке. Давайте меняйте на русский и не забудьте переключиться потом обновить. Все, финалочка, финалочка. Так, я бля, как сейчас сосредоточиться так, чтобы прям пипец, я не знаю. Прям хочется, конечно, сатен. Ой. Надо заткнуться, Сань. Да? Я не могу, мне кажется, я... Заткнись я... и катись. Все? Ладно, качусь. Да, готовы? Да, нуляю. Готовы? Да. Поехали. Что, блядь, трезво, слово. Да, блядь. Я слово «а» написал неправильно. Да, блядь, так ты смешишь-то. Да пизду, блядь, ты нахуй сбил. А, тут все время, блядь, конечное, я думал, конечное писал, блядь. Я тоже. Блядь, ну Кирилл, ёбаный, блядь, нахуй ты рассмешил, блядь. Ты тоже конченый писал. Да, я зря конченый, блядь, ну сейчас слышу, конечный, блядь. Сам конечный и конченый. А сколько сейчас ошибок, вот, например? 5. У меня 3 ошибки, 64 ВПМ. У меня 58. 94. Не, просто у меня вообще безошибочно, я вот сейчас 2 сделал, типа пиздец, мне кажется. Давайте все, финалочка, финалочка, все. Готовы? Прям да. Последняя да. Точка. Раз, два, три, поехали. Да, в пизду, белый. Блядь. Белый, блядь, не успел допечатать. 69. 65. 57. 93. Так Кирилл медленнее всех себе печатает? Да я не могу, у меня рука вся устала, у меня палец средний устал. Вот сейчас сколько у вас ошибок? 8. 2. 3 ошибки. 3. 0. Ну, нет. Хорош. Ну, ладно. Я больше времени теряю, когда я, типа, пишу неправильное слово, и я сбиваю, чтобы его, типа, прям ты этот самый. Не, ты вот стираешь, пока еще надо попасть, вот стер вот эту. И тебя темп сбивается. Когда, типа, ну, еще волнение, по-любому без этого всего мы печатаем, там, наверное, на... Может быть, на 5 слов быстрее хз, может, на 10. Бля, мне просто интересно, я помню, что вроде я сотку-то точно пробивал, если даже не больше. Мне интересно, там давайте ради эксперимента я сейчас сделаю last, но без вас.
Ну, давай, тогда пока. Вы рекиньте меня куда-нибудь? Так, друзья, короче, я сейчас от них отключился, попробовал несколько раз уже в соло, но что-то у меня вообще не идет с самого начала. Сейчас, короче, попробую просто, насколько они меня отвлекают. Ну, судя по всему, они меня не отвлекают. Просто когда-то у меня была сотка, но сейчас уже что-то сложно. Ну да, то же самое. Короче, честно говоря, я это самое тут что-то. Не, это не влияет, просто уже какой-то, видимо, скилл. Ну, 95, короче, так же. У меня, по-моему, первый раз было примерно столько же. Ну, короче, опыт прикольный, чисто так. Ребят, вот реально в комментариях напишите, сколько у вас. Но я говорю, вот когда-то сотку я точно пробивал. Сейчас уже, видите, уже не могу. Друзья, такой вот интересный формат, небольшой видосик. Огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал впервые. Не забывайте жевать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, друзья. Пока.